Тут веселый снеговик. Мы находимся в санатории Жуковском, популярное место отдыха приезжих и жителей области. К Рождеству красивого снеговика поставили. Такие фонари в стиле 19 века красивые. Переобтерели снегу. Шашлыки люди жарят. Старый корпус 61 года. Такое здание старенькое, 51 года. Корпус санаторий Жуковский старый. Детская площадка, качели, всевозможные снаряды спортивные, беседки. Там песни поют, хоровое пение. Такие дела у нас. Слева старовая, вдали новый корпус, это старый корпус. Такой вечер в санатории Жуковском. Баскетбольное поле, летние домики, футбольное поле. Телефон-автомат даже есть, а вот медицинский корпус. Там веселуха на шарках с песнями. Вот спортзал впереди. Прокат инвентаря. Там на сосне видно, какое название, видно гнездо. Торщение вверху. Сейчас там под снег, не так ярко выражено. Кругом красивые зимние пейзажи. Как в сказке.